сообщает ТАСС о заявлении РФ медзамглавы, что не будет на полях ООН Генассамблеи ШАЭ и РФ контактов. Вообще-то, что таких контактов уже вообще никогда не будет. Я говорю уже давно. Потому что множеством великим я уже располагаю доказывающих точно фактов, что русскую пословицу «когда в хвосте начало, то в голове мочало» понять ни одному субъекту в мире не дано. Ой, потому что стишков и клипов с этой великой мудрой пословицей я разместил в сети уже на разных ресурсах уже тысячи. И не нашел ни одного субъекта, который бы смог эту великую, мудрую русскую пословицу понять. И не найду уже до своего конца.